В Новосибирском государственном университете стартовал международный турнир студентов-медиков. Его проводят уже в 6-й раз, и с каждым годом расширяется список стран-участников, среди которых Германия, Австрия и Ирландия. Подробности в сюжете моих коллег. Георг Фухс приехал на турнир из Германии, уже не в первый раз в России. Говорит, когда появилась возможность оказаться в Сибири, сразу начал собирать теплые вещи. Мне очень нравится быть частью всего этого. Мне кажется, это классно встречаться с людьми, обмениваться опытом, тем более с людьми со всей Европы и Азии. Это просто хорошо, очень хорошая программа. Международный турнир организовали студенты для студентов. Учащиеся Новосибирского вуза сами приглашают иностранных гостей и находят спонсоров. Задание на уровне интернатуры. Нужно быстро поставить диагноз по анализам и симптомам. Предложат участникам решить и нестандартные ситуации в операционных, конечно, на манекенах. Этот турнир уже 6-й. Вообще создавался для того, чтобы студенты-медики медицинских вузов могли общаться, создавать связи и также повышать свою профессиональную компетенцию. Сегодня студенты прошли лишь первую часть заданий в виде квеста. Они подобраны из разных областей медицины – хирургия, дерматология, акушерство. Потом участников ждут и выступления перед экспертами, и решения сложных задач. Победителей определят в воскресенье. Сергей Толмачев, Дмитрий Антипов, Алексей Зубило. Новости ОТС.